Жители городов Карагандинской, Лытауской и Мангыстауской областей рискуют остаться без стабильного теплоснабжения этой зимой. В Министерстве энергетики сегодня сообщили, какие ТЭЦ все еще остаются в красной зоне, находящейся под пристальным контролем. В профильном ведомстве признали, что завершить ремонт на всех теплоэлектроцентралях в назначенный срок могут не успеть. В числе отстающих от графика станции Батырау, Ридере, Джисказгане, а также в Туркестанской и Мангыстауской областях. Основными причинами срыва называют задержку поставок оборудования, нехватку квалифицированных подрядчиков и рабочей силы. Глава правительства потребовал ускорить темпы подготовки к отопительному сезону, подчеркнув отдельные случаи переноса ремонтных работ на следующий год, в числе которых есть и Кибастузская ТЭЦ. В свою очередь, Минэнерго пообещали, что подготовку к подаче тепла не сорвут и уже в октябре завершат модернизацию всех запланированных объектов. Мы давали красную зону порядка 19 станций. Я думаю, что по итогам этого сезона посмотрим, сколько выйдет. Наша задача и количество ТЭЦ в красной зоне уменьшать. Безусловно, мы будем очень внимательно следить Темиртау, Ридер. А могут быть проблемы, мы очень там обращаем внимание опять на Мангыстау регион, на Кентау опять же. Вот Джисказган, да, сейчас, по которому говорили, Балхашский, Улутауская область.